Среди вас есть тревел-блогеры? Да? Да. А куда вы путешествуете сегодня вечером? Да, пытаемся домой добраться. Отлично вообще. А вас что сюда занесло? Что вы знаете об отступлении французов в 1812 году? Им было проще. Им не надо было ждать автобус. Какие-то вопросы у тебя, блин. Ну просто навеяло погоды как раз вот. Внешним видом некоторых людей. Это блогеры, они ночью решили куда-то поехать. У них, наверное, будет где-то крутая тусовка. Что у них, дискотека там? Пожрать надо? Скажите, вот стоило ради этого ехать из Перми? Да. Да? Стоило. Романтическая прогулка. Конечно, хоть с мужем побывала. Все вдвоем. А то все одна, и он один. Хоть здесь встретились. Работает, наверное, все по заводам, по заводам, да? По заводам, по заводам. Понятно. Да, встретились в аэропорту. А вот тут есть тот самый Гена Московский? Да. Наконец-то. А можно автограф? Нет, там. Там? Хорошо. Нет, кстати. А вы все на автограф-сессию к Гене? Подождем, блядь. Подождем. Подождем, отлично.